Поэтому получается, что их послы действительно не просто влияют на внутреннюю политику их государства, а устраивают целые революции, перевороты, перекраивают карту мира и достигают любыми способами то, что нужно Соединенным Штатам. Наши послы там просто отдыхают в жарких странах и сдают интересы России, не способны их защитить. Это, естественно, продолжаться долго не может, и наша дипломатия и подготовка молодых дипломатов должна полностью меняться, должна измениться концепция подготовки их в МГИМО, но в других вузах и учебных заведениях, где они готовятся. Должны они проходить специальные курсы, должны практиковаться. Вот мы даже в таких маленьких странах с несколькими десятками тысяч населения, как Приднестровье или Южная Осетия, и то с большим трудом провели выборы и, не получили в хорошей такой хорошей степени того, чего мы хотели добиться. Там со второго раза избрали там не того, кого хотели изначально. А что говорить про крупные страны? То есть Америка меняет на целых континентах президентов и в гигантских государствах и управляет другими континентами. То есть настолько у нас серьезное отставание в нашей дипломатической деятельности, в международной политике. А она является залогом вообще успеха России в принципе в мире.